Здесь нету никаких феноменальных секретов. Здесь только тяжелая работа и пот. Вы думаете, я сейчас истощен? Нет. День только начался, парни. Прекрати слоняться как раб в течение дня. Стань хозяином. Не позволяй ни уговорить за тебя. Это не просто тренировки, это наука. Об интенсивности. Твой самый великий час наступит сразу после худшего. Ты почувствуешь то, что никогда не чувствовал. Так и должно быть. То, что живешь, а не тратишь свою жизнь впустую. Как я это сделаю? Как ты это сделаешь, блядь? Оторви наконец свой жирный зад и сделай хоть что-нибудь. Начни жить, пока другие ждут непонятно чего. Отдаваясь полностью здесь, выходишь усталым физически. Но все остальные вещи в жизни вдруг станут для тебя простыми. И это твой новый источник энергии. Ты работаешь до седьмого пота. Для гордости за себя. Для того, чтобы почувствовать, что ты хоть что-то стоишь. Сделай свой гребаный вклад в это. Майами Фитнес, твой банк. На следующее утро я проснусь более сильным, почувствую себя живым. У меня есть вера. Я вернусь сюда после заслуженного отдыха, чтобы стать лучше, чем вчера. Твои поражения тебя приближают к тому, кем хочешь стать. Самое простое в мире уравнение. Это твой день. Наслаждайся. Перевод Павел Раку. Каждую неделю на Нордфьорд.